Конкурс «Дети читают стихи». Павлова Никандра, 5 лет. Поселок Марки, Республика Мариэл. Рождественская. Саша Черный. В яслях спал на свежем сине тихий крошечный Христос. Месяц вылюнув из тени, гладил лёного волос. Мы вдохнули лицо младенца, и соломой шурша на упругое коленце рассмотрелся чуть дыша. Воробьи в поле жерди крыши к яслям хлынули гурьбой, а бычок, прижавшись к нише, одеяльце мял губой. Пес, прокравшись к теплой ножке, полезал и тайком. Психую не было кошки, в яслях бьет дитя бочком. Присмиревший белый козлик на чело его дышал, только грубый серый ослик всех беспомощно толкал. Посмотрел на ребенка хоть минуточку и мне, и заплакал громко-громко в предрассветной тишине. А Христос, раскрывший глаза,